Здравствуйте. Пожалуйста. А, бился со счета, не помню, где вы. Кажется, 9-е, 10-е. 10-е. У нас с вами закончили предварительно, в прошлый раз предупреждал. Последние лекции я планировал вначале посвятить C++. Подозреваю, что на этом ваша информатика закончится, но, к счастью, ваш деканат дал вам второй год информатики. Вот, это называться будет второй год у вас объектно-ориентированное программирование, и мы там будем изучать с вами C++ с хорошими, модными и полезными вещами для вашей будущей научной и практической деятельности. Вот. Поэтому последние три лекции мы израсходуем на... я бы сказал, общеобразовательные вещи, которые можно было бы ожидать, что вы узнаете на каких-то спецкурсах, если бы на вашем факультете таковые спецкурсы были. Ну, может быть, когда-нибудь, где-нибудь случайно вы повторите. Лично я узнал вот эту тематику на военной кафедре. Так сложилось. Это, собственно, основа компьютерных сетей. Как они строятся, по какому принципу, я предлагаю начать с проблематики. С такого не надиктовываемого, с самой проблематики. Итак, ну, тема какая-то у нас — компьютерные сети. И, собственно, представьте себе, допустим, у нас есть необходимость связать двух человек, чтобы они могли друг с другом общаться. Как у нас можно это сделать? Мне нужно передавать друг другу информацию. Первое – орать. Второе – махать. А теперь усложняем ситуацию. Орать и махать они не могут. Оба сидят в окопах. Вот. И нам нужно на передовой, на фронте, заниматься передачей собственной информации. Да? Ничего не слышно, ничего не видно, надо передавать информацию. Как можем это организовать? Берем, кидаем провод. Да. Кидаем провод. И что с этим проводом дальше делать? Первый тривиальный вариант — дергать. Дергание не так далеко доходит на самом деле. Да, зацепиться можно. Металлический провод проводит напряжение. То есть чем характерен металл? Его много свободных электронов, и если с точки зрения электростатики, у него единый потенциал. То есть здесь выставили потенциал, да, что называется, к батарее присоединил, да, его присоединил к батарее, а тот видит чпунь, а этот видит, ну, амперметром замеряет, вот, ну, как бы. Ну ладно, лампочка, давайте проще. Пусть он просто лампочки видит. Ну, лампочка. Ну, как вы понимаете, что ток тек, да, надо что сделать? Что нужно, чтобы ток? Разность потенциала, да? Большую достаточно. Что? Ну, если расстояние большое. Расстояние. Большое напряжение? Большое напряжение вам не очень сильно поможет, потому что вам сложновато мерить сам факт потенциала. Понимаете? То есть, вам надо на самом деле, ну, это и само в принципе произойдет. Да, если вы не изолируете провод, он и сам будет коротить. Но если вы заизолируете, то тем лучше, он на конце будет коротить. То есть, короче говоря, особенно если будет у вас хорошее напряжение, то он сам найдет себе землю. Но в любом случае надо бы, конечно, это дело заземлить и там, и тут. Да? У вас было заземление. Ясно, да? Это, собственно, организация телеграфа. Ну, а дальше там включаем азбуку Морзе, например, как метод кодирования, и вполне себе поехали. Да? Допустим, сейчас не будем углубляться, допустим, это так. А в обратную сторону? Передача в обратную. Ну, никаких проблем. Мы цепляем сюда, да? Через что? Второй выключатель, вторую батарейку. Да, и присоединяем к тому же этому, сюда цепляем вторую лампочку. Оп. Ну,
вот мы примитивный телеграф сконструировали. В чем особенность телеграфа? Могут ли они одновременно передавать друг другу сообщения? Нет. Это как бы не дуплексная, симплексная связь. То есть либо один тому, либо один другому. В чем проблема? Попробуй для переселения. А? Попробуй. Ну, это будет как бы дуплексная связь. Удваиваем количество телеграфов, да, фактически, как бы. Ну, или рассоединяем, можно сказать, лампочку с переключателем. А? Эти проблемы не решить же, они будут по одному так передавать. Нет, давайте сейчас решим это как есть. Не будем лишние провода бросать. Лишний провод в 2 раза больше металла. Дорого. Нам нужно дешево, сердито, быстро. Телеграф именно так же, с одним проводом. Нет такой необходимости, насущной. В конце концов, симплексная связь есть, например, по рации. Да, по рации один говорит, все слышат. Да, и никого не смущает. Вот. Представьте себе, что один другому начал передачу сообщения. Ну, я такой диаграммой по времени это делаю, да? Ну и вот, сейчас мы исключительно такой вот дискретное. Есть, нет сигнала, да? Есть сигнал, нет сигнала. Точка-точка. И вот он занимается, собственно, передачей этого сигнала. Ну, допустим, я сейчас много-много-много. Вот он передает сигнал. Ну, или давайте так, я сейчас... Есть еще один вопрос до этого. До этого. Это вопрос, какой сигнал он ему передает. И я хочу кодировать нолики и единички. Передавать нолики и единички. Вот, допустим, первый товарищ передал второму. Передает второму вот этот сигнал. Что запишет второй? Как он этот сигнал осознает? Ну, я вам скажу как. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Правильно? Ну, правильно с точки зрения вот, логики кодирования ноликов и единичек. Правильно? Ну, если он перестанет передавать сигнал. Ну, перестанет передавать сигнал. Ну, все, перестал передавать. А как? Ну, тишина. Ну не, ну он может ноль зафиксировать и ждать следующей единички. Как, устраивает нас или нет? Нет. Почему? А как вы точки тире различаете? Ну это у нас... А сейчас, не, сейчас а не, если... не точки тире, сейчас нолики и единички. А вы если хотите справую передачу делать? Сейчас, подожди. Чтобы закодировать... Все, допустим, весь алфавит придется состоять очень много таких, ну, неудобно, короче, кодировать таким образом. Нет, очень удобно. Очень удобно. Я обрисовал вам префиксное дерево, которое позволяет кодировать вам буквы, пожалуйста. А, две единички подряд. А? Берем буквы, пожалуйста, АБВГ, там, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, допустим, пока больше не надо. Если надо, я сделаю сколь угодно сложный код, равномерно, неравномерно, не важно. Еще есть проблема? В чем проблема? Кто сказал? Две единицы подряд, как кодировать? О! Ну, я мне понятно, как кодировать две единицы подряд. Как решать, то есть, вот, он сделал длиннее, тот фиксирует единицу, сделал короче, он фиксирует единицу. Как это различить? Четко, жестко, вот, чтобы... Сколько надо единиц подряд, столько и будет. Длиннее сигнал, короче сигнал. Еще раз. Зафиксированный символ. Типа вот один символ кодирует там 8 цифр и все. Один символ 8... Нет, ты не понял проблему. Ты не понял проблему. Проблема не в том, сколько символов, сколько цифр на символ. Это кодировка у них является договоренностью. Допустим, 2 бита на символ. А как мне закодировать сигнал не подряд 1-0-1, а 1-1? 0-1-1-0-1. Ну, берем, типа, и все. Что берем? Мне нужно подряд 3 единицы заходить. Как ты это сделал? Что-то никто не может придумать. Очень просто. Ну, длинный сигнал. Короткий сигнал. И что? Ну, сделайте как формализовать это дело? Вот какая-то... я вместо людей компьютеры поставлю. Они должны четко ловить. Сколько там единиц подряд? Время? Определенную длительность сигнала. Что это значит фактически? Секундомер. Что-то наподобие секундомера, да. При этом
Если у них секундомеры разные, будет у них удаваться нормально работать? Нет. Обязательно должны быть одинаковые согласованные представления о частоте передачи. Понимаете? То есть у нас должна быть согласована, собственно, частота. Да? То есть на уровне физическом, называется это физический уровень, да? Организации канала связи, собственно, да? Физический уровень. Здесь решаются следующие вопросы. Да? Первое. Что 0, а что 1? Да? Что 0, да, а что 1? Ну, допустим, вот я зафиксировал, есть сигнал, нет сигнала, да? Так, ну, кстати, между прочим, даже просто количество вольт, начиная со скольки вольт, а если у меня затухание, и пришел вот такой сигнал, значит, считаем или не считаем, или это помеха? Тут некоторое вот жесткое должно быть, четкое, протокольное, я бы сказал, запись. Вот, что называется, солдат сидит, ему тут вот будет наказание уголовное, протокол составлен, если он вот не будет слушаться строгой, четкой инструкции. Да, ну, я сейчас условно. Так, что за ноль, что за единицу? Второе, нам необходимо согласовать частоту, частота, собственно, этого канала. Да? И это и есть, собственно, те самые 10 МГц, 100 МГц, ГГц, 200 МГц и все такое прочее, то, что касается частоты. Собственно, частота дискретизации, то есть как часто мы распознаем нулевые единички. Но есть еще некоторый дополнительный момент. Это то, что уже обсудили, это маркеры начала и конца. Маркеры начала и конца. Без них мы не можем нормально начинать передачу, потому что иначе для второго будет неожиданностью, что уже пора сигнал, а он даже не запустил, собственно, свой тактовую частоту, да, он как бы не начал считать. Ему нужно признак того, что тот начал говорить. Понятно, да? Значит, мне нужно как бы алло и прием. Значит, это маркеры начала и конца сигнала. Конца. Ну, давайте назовем сигнал, сигнал, давайте назовем это как-нибудь порцию, назовем это. Давайте назовем словом кадр. Да, конца кадра. Вот передается кадр. Кадр, то бишь, короче говоря, последовательность ноликов единичек. Значит, у нас для того, чтобы передать какую-то последовательность ноликов единичек, она должна быть, что? Приклеены к ней маркеры начала и конца, и она с вот заданной частотой, с определенным образом фиксируемой ноликами единичками, туда выводится на этот провод, на стороне приема она что? Интерпретируется, да? То есть оцифровывается соответствующей частотой дискретизации и соответствующим представлением, что там ноль, что единичка. Так, вот. Научились общаться эти два солдата, слов нет, как здорово. И тут другой солдат говорит, я тоже так хочу. А вот я уже себе и собрал телеграфный инструмент. Вот у меня лампочка, вот у меня батарейка, и я хочу с вами. Что им надо? Да, он говорит, вот я уже готов, включайте меня. Да? Могут они его просто так включить? Нет. Нужен некий маршрутизатор сигнала, наверное, я. Маршрутизатор сигнала? Нет, зачем? Можно его просто отключить, будет работать как раз. Так, включаем. Нам Егор, да? Егор дал добро, включаем. Теперь первый говорит, идем, да, там, стреляй туда. Вот, мне нужно добавить позывные, чтобы они разделяли. Да. Необходимо. Это относится к самому организации физического уровня, скажите. Уже не совсем. То есть сам уровень, то есть у него все то же самое, он готов по той же частотой, все нормально, но необходима организация. Много уже возникает устройств, уже как минимум три устройства на канале, да, на одном канале связи. Они должны различать друг друга. Давайте назовем это канальный уровень.
профессиональный уровень организации и тоже под протокол. Вот, чтоб четко, жестко и строго, как солдат. Значит, что на канальном уровне будет представлять себя? Вот у нас есть некая датаграмма. Да, то есть, что мы хотим передать? То есть, есть данные, что хотим передать. Ну, или давайте назовем словом данные. Я к этим данным должен что сделать? Прицепить два, собственно, адреса. Да, два адреса. Ну, давайте я не мудрствуя лукаво, сразу назову загадочным словом MAC. MAC от, MAC кому. Для нижележащего физического уровня, то есть когда солдат формирует сказуемое, то есть информацию для передачи, он что делает? Он к ней вначале приклеивает, собственно, от кого к кому, да, от кого к кому, а потом информация, да? А потом это дело, ну, можно сказать, что здесь как будто уже не один солдат, у него есть помощник, радист, собственно. А радист, он не задумывается от кого к кому, он, что называется, вот как физическое, почти физическое устройство, да, берет и маркер начала, маркер конца автоматом, как обезьянка, да, и с нужной частотой выплюнул. Ясно? А там это обратно попадает. То есть там что происходит? Это условная помощник-обезьянка приняла сигнал с нужной частотой, оцифровала, да, и сняла, пользуясь маркерами начала, маркерами конца, вынула собственную информацию оттуда, да? Эту информацию эта обезьянка может вообще не различать. Какой-то маг, кому, от кого. Она выдала это товарищу солдату. Товарищ солдат посмотрел в первую очередь на что, от кого и к кому. Если это не ему, что он делает с этой информацией? Да, он ее, как и вот полицейский, который слушает рацию, когда там звучит, что это не он-то, ну, условно может принять к сведению. Но, правда, там это имеет больше смысл, потому что он понимает, что там активность происходящая. Ну да, действительно, сетевая карточка компьютера, когда ей приходит, информация с чужим MAC-адресом, да ей это дело, ну вот, не нужно. Просто она, все понимают, все понимают, что канал один, мы тут все его разделяем, а значит, ну, иногда лишнее попадает. Не слушай то, что не твое. Между прочим, если сетевая карточка подслушивает то, что не ее, это называется sniffing или поднюхивание. Ну, собственно, подслушивание по-русски фактически, да? То есть этот подсоединившийся товарищ может вести какую-нибудь запись такой, да, в которой он пытается восстановить чужой трафик и распознать, что же там происходит. Вот. Какую, с какие странички скачивает тот товарищ и так далее. И а? Как это дело можно пресечь? Это, ну, легко пресекается, очень. Очень легко пресекается. Вопрос в другом, как это организовать? Это очень легко пресекается методом шифрования. Если у вас страничка HTTPS, то есть, ну, с SSL ключом, то ее может только один конечный узел, шифрование на конечном узле происходит, поэтому все остальные, все, что подслушивают, не могут фильтровать. Между прочим, это отдельная проблема, вот когда организуется в школе так называемая контентная фильтрация, ну, то есть по содержимому сайта автоматически робот должен отслеживать, то все нешифруемые страницы, они нормально фильтруются на промежуточном, да, человека посередине, сервера посередине, точнее, да? Вот. А SSL чистыми не сделаешь. Либо совсем запрещать, либо как-то на конечном узле контролировать. Ладно. Дальше двигаемся. Ну, естественно, подключить четвертого, кстати, не проблема. Правда? Да? Есть еще одна интересная задачка, которая проблема, не как-то... Ну, давайте первое, да, это так называемые адреса, или и называют они физические адреса. Физические адреса узлов.
А даже лучше было бы сказать устройств, потому что в принципе одно и то же, один и тот же компьютер может иметь несколько устройств, а у каждого устройства при этом свой, свой адрес физический. Ладно. Ну, естественно, что позывные вот эти, они могут выбирать как хотят, лишь бы они не совпадали. Требование одно, не совпадение. Да? Все, окей. Вася, Жора, Ибрагим и так далее. Значит, вторая проблема, которая решается на уровне канала. Иногда информация, которую требуется передать, слишком велика. Слишком велика. Для чего? Ну, я это приводил когда-то в таком примере. Матрос хочет передать... Ну ладно, солдат. Давайте продолжайте эту тематику. Солдат хочет передать своему товарищу поэму Василий Теркин. И читает. Я не помню ее совершенно. Мой дядя самых честных правил. Ну, представляете себе, да? Он начал рассказывать. В это время офицеру нужно передать вот этому срочное поручение. Канал занят. Офицер начинает, например, осуществлять передачу. Что происходит? Сложение сигнала. Коллизия, сложение сигнала, когда лампочка, что называется, мигает, аки попала, и распознать сигнал уже невозможно. Передающая сторона легко обнаруживает это, потому что в то время, когда сигнала быть не должно, сигнал вдруг почему-то есть. Поэтому обе сетевые карточки, которые, когда возникает коллизия, которые передают, осознают факт коллизии и начинают заново передачу. Да? Но это может сложиться как? Если вы когда-нибудь сталкивались с человеком на улице, он идет на вас, а вы идете на него, да, и вот вы налево, и он налево, и вы направо, и он направо. Раз, и чуть вот, что называется, можно несколько раз. Это реально столкновение, если совсем синхронно. Соответственно, на этом уровне, опять же, да, на вот этих двух уровнях должна решаться еще одна проблема. Это проблема, ну давайте так, давайте, обнаружение коллизии. Правда, оно должно, наверное, все-таки на физическом происходить, да? Обнаружение коллизии. Ну, поскольку у нас физический уровень сам по себе разобраться с коллизией не может, он может просто факт обнаружить, о, коллизия, закончили передачу, но он может сигнализировать канальному уровню о том, что передача, собственно, не удалась. Обрыв. Ну и канальный уровень может, в принципе, еще разок этот кадр заслать. Потому что он у него готовый, он ждет, что он сейчас должен уйти, а он еще никак не уйдет. Так. Следующее. Это следующая проблема. Это большой объем информации. Что с этим делать? Передавать дискретно. Насколько дискретно? Пакетами. Пакетами. Не будем называть словом пакет. Пока рано еще дать. Кадрами, кадрами. Действительно, на самом деле... Пакетирование это часто называется, или кадрирование можно называть. Короче говоря, разбиение, собственно, большого блока на кадры. При этом нумерация кадров, скажите, нужна. А зачем? Ну, чтобы... Для чего? Собрать обратно. В каком порядке пришли, в том и собираем. Ну, у нас типа, первые 10 передались, потом один не передался, остальные передались. Да, в результате коллизии. Что значит дослать вас? Нет, наверное, ты кое-что знаешь про сетевые технологии, пытаешься рассказать то, что ты знаешь там дальше. Но вот в данном конкретном случае мы пока достоверность доставки еще не решаем и даже не можем решить. Нет, ну, откуда мы знаем, правильно или неправильно ты передал? Если что, если нет коллизии. Если коллизия есть, то просто целиком можно кадр передать еще. Нет, можно кадры нумеровать. Но принципиальной необходимости в этом нет. Принципиальной необходимости в этом нет. И канальный уровень заниматься восстановлением порядка не должен. Потому что он работает на уровне одного канала связи. Вот единая среда передачи, и в ней перепутывание порядка произойти не может в принципе. Понимаете? Ну,
правда? Я же говорю вам, вот у нас есть среда передачи воздуха. Слова не перепутываются, когда летят к вам. Вот так это. Даже если я порциями произношу, какая-то из них поломалась, то порядок не нарушится. Вот. Но в любом случае, это, соответственно, разбиение на кадры. Разбиение на кадры. Да. Давайте я скажу, чего разбиение. Ну, разбиение, на самом деле, пакета на кадры. На кадры. Ну и, соответственно, и сборка в пакет, сборка обратно. Понятно? При этом каждому кадру приклеиваются MAC-адреса, MAC-MAC, там уже приклеиваются эти самые маркеры, начало, конца, и поехали. Обратно он расшифровался, все это сняли и добыли, собственно, данные. Вот. Но все благополучно у этих товарищей, все у них прекрасно. Вот, в этом отделении. Так, камеру, наверное, придется повернуть немножко. И решили распространить эту практику на взвод. А взвод большой. Вот. Оказалось необходимым, что у нас, вот представьте себе, вот у нас одни окопы тут. Да, давайте я человечков теперь уже буду узлами вот так кружочками рисовать и все себе, да. Вот один у меня взвод. Ну, вот эта точка, где я просто спаял эти проводки и все. Да, вот у меня второй, прошу прощения, это отделение. Первое отделение, да, второе отделение. Да, в котором тоже эта связь организована какая-то. Да, третье отделение. Ну, таких отделений много. А, еще какое-нибудь отделение. Так. Как мы их организуем? Если я сейчас тупо спаяю все эти проводки, вот так вот, то я на что обрекаю их всех? На выслушивание лишней информации. На огромное количество коллизий. Понимаете? Огромное количество коллизий. Ну и еще. Этому хорошо слышно этих, а этих почти не слышно. Но сигнал все-таки затухает. Понимаете? Невозможно сигнал. Даже это, витая пара вроде бы там хорошо защищенная часто. Ну 300 метров. Ну, дальше все, больше 300 метров, да, вот даже по физтеху не кинешь отсюда, там, до лабораторного, уже все, просто не угаснет сигнал. Ну, можно какие-то ретрансляторы, усилители по пути ставить, но это не решает все равно вопроса с количеством. Да, в этом случае, при вот этой вот топологии сети, да, называется топология общая шина, при ней невозможно нормально большое количество подключить. Что нам надо сделать? Нам надо организовать центр такой. А? Центр какой-нибудь. Не просто центр. Нам не то, что просто центр надо организовать. Да? Ну пусть это будет вот даже один. Вот, да? Но это должен быть реально некий маршрутизатор. И когда ему попадает какой-то. Давайте я даже сделаю так. Я сейчас. Пусть он будет один, ладно, пусть он будет один пока. Да? Но это должен быть такой почтальон-маршрутизатор, когда приходит к нему пакет. Сейчас забываем про то, что на канальном уровне он разрежется на куски, но уже целый пакет, цельный информационный пакет. Он должен реально разобраться, куда его дальше посылать. И посылать его только в ту, назовем это прямым словом, подсеть. Да, это у нас сеть, а это 4 подсети. Только в ту подсеть, в которую надо, а в лишнюю не посылать. Да? Вот только в одну. Это накладывает резкое ограничение на, собственно, адреса. Потому что когда я посылаю письмо на деревню дедушке, как в одном художественном произведении, адрес непонятен.
если я пишу вот этот позывной, то откуда маршрутизатору знать позывные всех? Да, это может быть мыслимо еще в порядке там, ну, сотни, ну, 200, ну, тысячи компьютеров, еще может быть он смог бы запомнить, где на каком проводке у него висит кто. Да, на этом проводке у меня 1000, на этом 2000 разных позывных. Да? Он не должен знать никого лично. Почтальон, который доставляет письмо там, от меня моим родителям, он не должен знать ни меня, ни моих родителей. Там должно быть что? Адрес. Область, город, ну адрес, ладно. Допустим, у моих родителей, допустим, уникальные фамилии, имя, отчество. Он же не будет по ним вычислять, ФСБ пробивать, заниматься недельным поиском. А город, область, это не адрес? Область, город, улица, дом, квартира. То есть это адрес подсветил? Адрес! Адрес человеческий, организован иерархически. То есть у нас возникает, что некий вначале адрес подсети, да, а потом уже как бы адрес внутри сети. Ясно? То есть, короче говоря, все эти адреса, так называемые уже сетевые адреса, требуют логичной организации. И называется организация это сетевой уровень. Сетевой уровень. Сетевой уровень организации, собственно, сети. Тимофей Федорович, да. А в каждой подсети, получается, тоже должен быть свой маршрутизатор, который прям как каждой подсети. Я подрасскажу сейчас поподробнее про организацию, про пересылку и про старенький IP версии 4. Я шестую не знаю, я не буду вам рассказывать. Я про IP версии 4 я вам скажу. Сетевой уровень. Значит, какие задачи решаются? Первая и главная задача это маршрутизация. Маршрутизация. Это непростая задача. Она требует часто решения. Давайте я сделаю дополнительные связи. Да, через какие-нибудь еще узлы, еще какие-нибудь подсети тут набросаю. Да. Она требует часто решения задачи из теории графов по нахождению кратчайшего пути. Да, наиболее эффективного с точки зрения пропускной способности. И второе, у нас сразу вслед за сетевым уровнем, как только мы сумели организовать, допустим, маршрутизацию, да, я сейчас никаких других дополнительных задач не ставлю, да, но здесь очевидно у нас появляются, да, ради решения вопроса маршрутизации, появляются так называемые сетевые адреса. Ну и опять же, я вам сразу назову их словом IP. Да, там физические адреса узлов, то бишь MAC. MAC адреса. Так, а здесь сетевые адреса, то есть IP. И это не одно и то же. Не одно и то же. MAC появляется вместе с устройством. Это случайное число, которое производитель сетевой карточки, спать не надо. Производитель сетевой карточки взял вот так вот как бы условно случайно взял и вписал в сетевую. Понимаете? Сетевые адреса настраивает сисадмин. То есть, когда вы включаете компьютер в сеть, то системный администратор должен прямо подойти и потыкать. Или опосредованно через специальный сервис автоматически назначить вам IP-адрес. После того, только после того, как IP-адрес вам назначен, вы подключаетесь не только к локальной сети, а к сети, как бы и над, ко всей сети, к над сетям. Понятно, да? Эти сетевые адреса, естественно, должны быть уникальны в рамках всей сети. Да, в рамках всей сети. Пока не торопитесь задавать вопросы белыми и серыми, айпишниками, отдельно пока. Давайте сейчас отдохнем. 5 минут по звонку начинаем. Я подумаю. Давайте продолжим. Углубимся сейчас в маршрутизацию, но не на уровне уже организации маршрутизаторов, а на достаточно низком уровне. А именно, у меня есть локаль... А, я не проговорил некоторые вещи. Я бы хотел отвлечься ненадолго, да, потому что мы уже
двумя этими уровнями организовали локальную сеть и, собственно, выглянули на уровень выше. Давайте пока далеко не ушли, разберемся, как именно может быть организована локальная сеть. Это вопросы топологии сети. Топология сети. Базовые способы организации. Первый вариант. Уже видели. Еще раз нарисую. Узлы все присоединены к одному, ну или к шине проводов, когда их много, но они все фактически, все слышат все. Общая шина. Общая шина. Уязвимая топология, уже говорил, для снифера. Топология, которая по сути почти то же самое, что общая шина, в которой узлы связаны друг с другом через неуправляемый концентратор. То есть стоит некий концентратор-повторитель, который как попугай, ему прислали сигнал, он его усилил и разослал по всем. Называется такой концентратор хабом. Да? Хаб, ну по-английски хаб, или по-русски концентратор. Что мы добиваемся этим? На самом деле, кое-чего добиваемся. Ну, все слышат всех, это понятно, ничего не поменялось. Но дальность расстояния между самыми дальними товарищами может быть какая? Ну, если у меня, допустим, 300 метров максимальная дальность, там, не затухание, да, то я могу уже 600 метров. А здесь у меня между этими 300 метров и все. То есть такая организация неплоха. Вот. Называется это пассивная звезда. Вот хаб – это устройство там в середине, да? А это называется пассивная звезда. Вот, я застал такие концентраторы в своей комнате, в шестерке. Вот, а потом застал момент, когда очередной сисадмин начал постепенно их выкидывать и заменять на управляемые концентраторы, собственно, и они уже правильнее будут называться коммутаторы. Коммутатор. Отличие маленькое. Нужно написать только активная звезда, а посередине нарисовать прямоугольничек. Все остальное то же самое, то есть узлы к нему присоединены. Да? Но при этом меняется устройство в середине, называется активная звезда. Стоимость перехода от пассивной звезды к активной звезде – это стоимость замены вот этого центрального оборудования. Провода перекладывать не надо. Очень удобно. Активная звезда. А устройство в середине называется по-английски switch – переключатель. Или по-русски называется коммутатор. Что делает коммутатор? На самом деле классная штуковина. Чем свитч отличается от хаба? Он запоминает, кто где живет. В момент, когда первый компьютер отправляет, да, например, письмо, ну, пакет отправляет первый, например, там, третьему. Вначале коммутатор знать не знает, где сидит третий. Но он зато вместе с этим же пакетом тот же узнал, где живет первый. И он себе записал. Ага, значит, на этом моем порту, в гнезде, на вот этом гнезде сидит первый, раз отсюда пришло письмо от первого к третьему. И он себе это записал. Кстати, между прочим, ради того, чтобы коммутатор это умел, он должен уметь приподниматься над физическим уровнем, то есть распаковывать, смотреть на MAC-адреса. То есть это маленький, простенький, но все-таки уже компьютерчик. Да? Это не электрическое уже устройство, это уже устройство электронное. Он распаковывает информацию, он не смотрит на данные. Он не занимается снифферингом, но он распаковывает, чтобы увидеть MAC-адреса. Понятно, да? У свитча нет собственного сетевого адреса. Он не является сетевым узлом. Нельзя послать пакет лично ему. У него нет собственного адреса физического. Он всего лишь коммутатор, и все. Понятно? Он, у него нет никакого, а ему нельзя обратиться. Эй, ты, коммутатор. Он просто тихонечко слушает, где кто живет. Что делать, если он не знает, где живет третий?
Он делает то же самое, что в случае пассивной звезды сделал бы концентратор. Посылает всем. Естественно, что поскольку все остальные, кроме третьего, проигнорируют и промолчат, да, то откликнется только реальный третий, допустим, он живет здесь, да, и откликнется он ответным пакетом, да, третий первому, да, пошлет его. И этот себе О, значит, третий живет тут. Таким образом, через очень небольшое время коммутатор узнает, на каком его, собственно, гнезде какие MAC-адреса, и справляется с трафиком. Проблема возникает, сейчас покажу. Давайте так, сейчас пока что давайте попразднуем и скажем, ура, масштабируем. Давайте как-нибудь это дело масштабируем. А гнезд не так много. Что делать? У меня, допустим, по 8 гнезд в одном управляемом свитче. Что я могу сделать? А хочу организовать сеть побольше. Больше, чем 8 компьютеров. Лучше даже не 16, а это, ну, 20. Что можно сделать? Смотрите. Я делаю... Очень часто так эта ситуация так возникает, что у меня, например, несколько лабораторий. Ну или как у нас в городе? Корпуса. В каждом корпусе этажи. Ну и вот я говорю, вот у меня есть один этаж. Да, там один коммутатор. Да? Вот второй этаж. Вот третий этаж. При этом мне сейчас не интересно организовывать реальный сетевой уровень. То есть это не настолько пока что масштабно, чтобы сеть была не локальной. Пусть это будет локальная сеть. Их условно там меньше 100. Да? Ну 200. Но попробуем справиться при помощи коммутаторов с трафиком. Чтобы не было слишком большого количества пакетов, попробуем, может быть, коммутаторы помогут. Что мы делаем? Мы ставим один коммутатор. Коммутатор. Да? Ну, то есть один проводочек отсюда торчит сюда. Ну, у меня сейчас, между прочим, получилось вообще четырехпортовый коммутатор. Два четырехпортовые, это вообще пока что три порта коммутатора. Да? Топология такая, называется дерево, или древесная топология, я просто дерево напишу. И до поры до времени она хороша. В чем проблема? Где узкое место? Узкое место где? Всем присылать, если не знаешь точно адрес. Ну да, немножко есть этого дела, но все-таки, поскольку их там, ну, 100, как сказать, а коммутатор быстро нащупывает. Узкое место с точки зрения пропускной способности здесь. Вот этот коммутатор достаточно сильно нагружен. Ну, если у меня вот этот хочет передать вот этому, да, например, вот этому, да, а вот этот вот этому, а вот этот вот этому хочет передавать, да, то они все, ну, я сейчас специально сделал, надо, как бы, которые выходят за пределы сети. Вот. У нас этот коммутатор в таком нагруженном режиме работает. Он должен справляться, что называется, за троих. Да? Получается, что мы, по крайней мере, при организации вот такой локальной сети должны чуть-чуть больше денег вгрохать в этот коммутатор и выбрать его прям получше. Вот. Я с такой проблемой сталкивался, когда-то я подменил немножко сеть из тех лицея и ну, пришлось именно вопрос, что выкинуть один, ну, правда, там это был не коммутатор, а маршрутизатор, но все равно он оказался слабым в какой-то момент развития сети, и именно из-за него терялись просто так пакеты в большом количестве. Вот. Окей. Древесная топология. Разобрались, да? С ней. Так, что я еще не сказал? А, и еще одно расскажу. Есть еще две топологии, которые вы должны знать. Одна. Это полносвязная топология. Каждый с каждым. Полносвязная топология. Какие плюсы у нее? Ну, порвался один провод, не беда. Два провода, не беда. Ну, очень много надо порвать проводов, чтобы она реально стала не связанной. Да? Кто любит такое? Ну, наверное, разве что военные. Надо ли? Ну, защищенный канал между каждыми двумя персонально выделенный, да?
что-то уровня, там, не знаю, президентской связи. Ну, в общем, что-то такое не очень-то нужное к реальной жизни. Вот. Много проводов, еще раз говорю. Количество металла, да, количество меди гигантское. Вариант организации номер два. Допустим, у меня есть 5 дата-центров одного провайдера в городе. 5 дата-центров больших, крупных. И мне нужно минимальным количеством оптоволокна, дорогого, толстого оптоволокна, их соединить без использования других провайдеров. Как? Ну, я, конечно, могу сделать здесь супер дата-центр по обслуживанию этих дата-центров и кинуть, что называется, звезду. Да? Но есть еще одна элегантная идея. Сделать топологию кольцо. Называется кольцо. А организация его не очень-то слажена, не очень-то проста. И требует особенного уровня канального, особого варианта канальной связи. Не часто ее встретишь, в основном вот все бегает по стандарту, что называется, звезда дерева, да, и вот там подобные полносвязные где-то запасные каналы, но это уже там уровнем выше, где мы не вникаем. Вот. А кольцо называется обычно токен ринг, и организация такая, что у вас бегает некий маркер передачи, токен, да, и любой компьютер из этого кольца может присоединить к этому токену некую порцию информации, да, и переслать дальше. Если какая-то уже была присоединена, то он ее пересылает еще. Может показаться, что здесь, ну, какие-то есть, как сказать, недозагруженная эта сеть, может так показаться. На самом деле здесь зато никогда не возникает коллизий при такой организации сети. За счет этого очень сильно у нас очень хороший есть плюс. Так, ладно. Можно вопрос? Да. Вот этот маркер, он в одну сторону только бежит? Да. То есть? Ну, я предполагаю, сейчас симплексную связь. А, хорошо. Вот. Ну и я не такой специалист, чтобы рассказать вам хорошо про вот технологию. Да и про эти я рассказываю, я бы сказал, как любитель скорее. Двигаемся дальше. Возвращаемся к сетевому уровню, и я расскажу вам про организацию взаимодействия сети и над сети. Итак, вот у меня есть, собственно, подсеть моя, которая соединена с над сетью. Вот у меня есть компьютер 1, 2, 3, 4 и некий компьютер 5, который принадлежит Васе системному администратору. Вот Вася системный администратор, да, подключился к интернету, неважно, как он это сделал, он молодец. Я это рисую облачко. То есть туда, у него выход в интернет есть. Как организовать, собственно, передачу? Допустим, ему сказали... Допустим, ему выдали какой-то диапазон сетевых адресов, в рамках которых он может, собственно, здесь эти адреса выдавать. Но как они будут распознавать свой чужой? Дело в том, что представьте себе, мы находимся с вами сейчас в этой аудитории. И здесь все могут друг друга по фамилиям, например. Да? Но мы организуем кого-нибудь посыльного, например, там, Ваню. Да, и он будет это дело. Он будет нашим вот этим вот компьютером, который будет это передавать дальше провайдеру, а провайдер будет дальше разбираться. Ну и ему вот в этом айпишник будет написано, что там, Московская область, Долгопрудный, МФТИ, да, КПМ 115. Да? Вот как вы определите, что это, там, ну и фамилия, что это адрес локальный? Вам нужно просто фактически взять, крикнуть громко фамилию и отдать в лично в руки. Ну или там положить на стол, а он возьмет. Или же вам нужно передавать, кричать вместо... То есть вы написали на письме фамилию там, на деревне дедушки, там какому-нибудь Прохорову, какому-нибудь, да? Какая-нибудь Рязанская область.
Да, и в случае этом вы должны вместо этого кричать фамилию Чеботарёв. Понимаете? То есть у вас на этом, собственно, пакете, который вы собираетесь послать, на нем не та фамилия вообще. Но коммутатор знать не знает про вашего Прохорова в Рязанской области. Он же знать не может про все эти MAC-адреса. То есть у вас возникает что? У вас подпись у пакета идет двойная. Давайте покрупнее, что ли. Вот условно. Пакет, который вы сейчас собираетесь послать. На нем будет IP, адрес от кого. И MAC, адрес от кого. IP кому. И MAC, адрес кому. Если вы там напишите MAC-адрес не Чеботарёва, ну, не этого, а сисадмина Васи, то у вас что? Ну, коммутатор пошлет просто всем, да, вот как-то вот всем, и загрязнит вашу сеть. То есть он как раз, может быть, вы персонально хотели отправить. Вот, надо все-таки какая-то определенность, чтобы компьютер отправляющий не загрязнял трафик сети, подписывать сразу маком вот этого компьютера. Компьютер этот называется шлюз, или по-английски gateway. Gateway. То есть в случае, если айпишник внешний, то я пишу MAC-адрес шлюза. Если айпишник внутренний, то я по старинке разбираюсь методом широковещательного. Эй, у кого тут с таким айпишником широковещательный, есть такая штука, как широковещательный MAC-адрес. Всем. Можно крикнуть в локальной сети, эй, все. Ну и выясните айпишники, в частности. Ну и составляется таким образом таблица соответствия MAC-адресов и IP-адресов на каждом узле. И когда ему нужно кому-то послать с определенным айпишником, он подсматривает у себя прямо в своей табличке запомненные MAC-адреса, он смотрит, о, вот это MAC-адрес. Подписывает MAC-адрес, коммутатор отправляет уже строго тому, кому надо. Поняли? Вот. Значит, как нам разбираться? Давайте разберемся с тем, что такое IP-адрес. Я расскажу IP-версии 4. IP-версия 4 – это 32-битное число. 32-битное число. Я очень хочу, чтобы вы воспринимали его именно так. Это 32-битное число. Это не 4 десятичных числа. Это одно двоичное 32-битное число. Ну, я, естественно, разобью его на байты. Да? И вот у меня есть какой-нибудь айпишник. Там, например, 1.0.0.0.0.0.0.1. Да? 1.0.0.0.1.0.0.1, да, какой-нибудь 0.0.0.1.0.1.0.1, ну и какой-нибудь еще там 0.0.0.0.1.1.1.0.0, ну вот так. Да, и вот этот айпишник собирается отправить какому-то другому айпишнику. Какому? Ну, например, какому-нибудь вот такому айпишнику. Там, например, 1.0.0.0. 0.0.0.1.1.0.0.1.0.0.0.1.0.1.1.1.0.0.0.0.1.1.0.1. И вот скажите мне, пожалуйста, эти айпишники похожи друг на друга? Похожи айпишники друг на друга? Да похожи. У них отличается 2 бита. Вот тут вот 1 бит, а вот тут 1 бит. А, ну 3 бита отличаются, прошу прощения. Похоже. А локальные они или локальный этот по отношению к этому или нет? Какой MAC писать? А непонятно. Для этого нужно понимать, а как бы какова мощность этой подсети. Или, короче говоря, некий принцип сравнения. Если бы мы людьми были, да, мы бы как сделали? Мы бы сказали, ну, смотри на первый n бит. Ну, то есть, вот, бери, посмотри на первые, не знаю, 10 бит,
Если первые 10 одинаковые, значит локальные. Первые там 20 бит, смотрим, одинаковые, значит локальные. Понятно? Логично? Ну давайте так и договоримся. Я скажу, смотри на первое. Ну, до куда? Вот, допустим, вот до сюда. Вот до сюда. Да? Сколько бит я отрезал? Ну, это 24 было бы, да? 32, 23 бита. То есть 23 бита определяют свой, не свой. Если я сличаю эти два IP-шника, то мне нужно срезать все лишнее, оставить только первые 23 бита и на них смотреть. Да? То есть мне как бы надо взять IP1 и IP2, там мой IP, и IP кому, ну их IP1 и IP2, сделать с ними некую операцию. Да, IP1, как мне ее назвать? Ну, я не знаю, Хрусь как-нибудь, да, я ее назову там. Да? И равен ли он IP2? Ну, немножко, опять же, вот я говорю, у которого срезано лишнее. Если бы, опять же, мы были человеками, мы бы это делали методом отрезания. Ну, не знаю, стеркой, там, зануления. Да, линейкой приложили бы, посмотрели. Да? Компьютеру так нельзя, нужно арифметическое действие. Это действие... Умножение. Наложение маски. Наложение битовой маски. Или, короче говоря, битовая конъюнкция. То есть битовое умножение на маску. Да? На самом деле это дело записывается как IP1, IP1, вот есть вот такой значок, традиционно он используется, и маска. Да? IP2 и маска. И если они совпадут, то ок. Значит, давайте теперь разберем, что такое маска. Я теперь сотру IP-шник второй и напишу, собственно, маску. Маска выглядит так. У нее в начале идут единицы, сколько надо. А потом идут нолики. И оставшиеся. Можете сказать, ну зачем так много байт бит хранить? Единичек, потом нолики. Можно было просто записать 23, это же возможно там, ну, до 32. Возможно, самое максимальное число. Да, ну а реально до 31. До 5 бит бы хватило. Зачем нам? А с другой стороны, чем их экономить? 4 байта памяти. Лучше маску хранить сразу, вот подготовленную к этой операции, а не готовить ее каждый раз, раскодируя, что 23 это 23 первых единички, потом берем, перемножаем. Ну, битовое перемножение выделит нам, ну, собственно, опять же, со своим айпишником мы же не будем каждый раз это делать. Это имеет смысл сделать один раз. И назвать это IP-адрес сети. Потому что для всех IP-шников в одной подсети этот кусок IP-адреса будет одинаковым. Правда? Первая часть IP-адреса будет одинаковой. Как будет выглядеть этот самый IP? То есть мы будем сравнивать IP-шник получателя с наложенной на него маской с уже заранее предвычисленным IP-шником сети. Совпали, значит локальный, не совпали, значит шлюзу отсылаем, а он разберется. Куда дальше. Вот. Как он вычисляется? Ну, очевидно, просто перемножение. Да, то есть вот 1 умножить на 0. Или можно так, как бы сквозь единички мы видим, а там, где нолики, оно зануляется. То есть 0, естественно, что угодно умножить, это просто 0. То есть здесь 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Да, а здесь то, что в IP-шнике было. Да, 1, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 0. 0, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Вот. Дальше возникает проблема передачи этой информации по телефону. Да, вот, потому что не было динамически выделяемых айпишников, а нужно было это как-то дело доносить до людей, да, какой у тебя айпишник. Потому что это как бы вручную раздавалось, настраивалось. И как... Домохозяйкам тяжело осознавать 16-тричную или двоичную систему счислений. В двоичной просто можно ошибиться в этом количестве ноликов и единичек, да?
а в 16-речной там какие-то то цифры, то буквы, в результате стали диктовать IP-адрес и маску как 4 десятичных числа. Понятно? Побайтово. Побайтово в десятичном виде. Ясно? Вот. Но реально это всего лишь двоичные 32-битные числа. Соответственно, если там, ну это стандартная ЕГЭшная задача, номер компьютера в сети, ну, вот этим хвостом определяется. То есть там, где маска заканчивается, смотрим на последний бит, это номер компьютера в сети. Да, адрес сети срезали и все, и выписали. А очень часто типовые маски, типовые подсети, заканчиваются на 24 битах. Либо наоборот, первые 16 бит. Ну, то есть просто это делают просто из удобства. Тогда маска бы выглядела как 250. Давайте для начала ту маску, которая есть. 8 единичек это 255. Это маску это пишет. Второе 255. Точка. А здесь у меня 250 без одного. 255 без одного, 254. 254, точка, 8 ноликов, это 0. То есть у меня моя маска сейчас с 23 буквами. 255, 255, 254. Ясно, да? Вот. Ну и там конфигурации могут быть разные, да, но очень часто любят как раз, когда везде 255, 255, потом... Среди множества айпишников, принадлежащих данной сети, выделяют один айпишник, у которого... Все последние биты являются единичками. Это так называемый широковещательный IP-адрес. Он предназначен для рассылки всем. Любая сетевая карточка считает, что это и ей тоже информация. Понятно? Так, давайте с вами чуть-чуть успеем еще. Нам бы подняться до уровня... Да, здесь. Нам бы успеть подняться до уровня следующего. Это уровень называется транспорт. Зачем он нужен? В чем, собственно, проблема? Ну, во-первых, мы тут все говорим о пакетах. А реальная передовая информация, она не пакетированная. Это большие файлы. А может быть, это вообще непрерывный поток видеоинформации. Это поток. Информации. Нам его надо нарезать, а второе, вот именно тут возникает его потеря упорядоченности. Когда у нас в глобальной сети возникает множество различных, ну я сейчас типологию я стер, множество различных путей доставки, то один из путей может внезапно выйти из строя, но передача при этом не прекращается, маршрутизатор промежуточно решает. А, ну тогда этим путем отправляю, запасным, да? И у нас может возникнуть, что запасной путь, он длинный, он уже отправил, а потом вдруг тот заработал, ну или освободился. Снова начал отправлять, и реальные пакеты могут прийти в другом порядке. Поэтому транспортный уровень, занимается чем? Да, я, кстати, на сетевом забыл одну вещь нарисовать. Где сетевой? Организацию приклеивания. То есть он подписывает IP, да, от IP кому. И, собственно, данные. То есть, причем к вот этому уже, когда он передаст это канальному уровню, к этому, по принципу, как я уже объяснил, приклеивается матрица. Мак от свой, а мак кому, либо-либо. Да? Либо локальный тогда, кому надо, либо широковещательный, либо мак. То есть принцип будет разным, но тем не менее. Как бы это уже будет на канальном решении. Так. Теперь здесь. Транспортный уровень. Какие задачи он решает? Первое. Это, собственно, разрезание потока информации на кадры, прошу прощения, на пакет. Второе, их нумерация
их нумерация, а при получении восстановление порядка. Да? А при получении восстановление порядка. Разбираемся, в каком порядке они были по номерам. И третье. Нужно каким-то образом организовать гарантию точности доставки. Как это организовать? Представьте себе, что вы диктуете своему другу 10 телефонных номеров подряд. Хорошо. А? Хорошо. Супер. Действительно, самое лучшее, что сделать, это хэш. Передавать вместе с чем-то хэш, да, с телефонным номером, передавать, например, сумму цифр этого номера. Называется хэш-сумма или просто хэш. Да, и называть, ну давайте я так и напишу. Дописывание контрольной суммы. Ну, понятно, что по принципу хэша быстрое вычисление, которое и достаточно уникальное. Контрольные суммы. К пакету. И есть еще кое-что, что на транспортном уровне должно быть решено. Когда у меня взаимодействуют два компьютера, сейчас я всю абстракцию их взаимодействия исключу, то что это по сети, может они очень далеко, там каналы это между ними, но в конечном счете, на них могут одновременно взаимодействовать друг с другом. SSH, HTTP, да? и на том, да? HTTP, там какой-нибудь Smart Mail Transfer Protocol. Да? У нас есть много разных приложений, которые хотят по-разному взаимодействовать друг с другом. Я тут пишу разные пользовательские протоколы, мы до них еще не дотопали. Но, короче говоря, у меня есть удаленное управление консолькой, да, зайти удаленно. Да, у меня сайтик одновременно с этого вот здесь открыт. Да, по почте присоединиться, да, там, переслать почту. Да, и все это, в принципе, условно одновременно. Ну, условно, с точки зрения там, опять же, этих пакетов, но они должны четко различаться. То есть приложение, которое хочет связаться с удаленным компьютером по айпишнику, оно отправляет не просто айпишнику, оно отправляет конкретному приложению. Понимаете? Ясно? Как нам различать? Это различение происходит по так называемым портам. Да? Сетевой, собственно, дописывание. Да, и в случае дописывания сетевого порта сокет, да, значит, как раз в данном случае, по-моему, порт называется, порт, который уже и будет отвечать за номер приложения. То есть, например, там SSH 22 порт, да, там HTTP 80 порт, там SMTP, по-моему, 25 порт. Да, там какие-то там FTP, там 20-21 порты. То есть желающий взаимодействовать с приложением там сайт скачать, он стучится в 80 порт какого-то IP-шника. Желающий по SSH, он стучится в 22 порт, по почте в 25 порт. При этом он, соединяясь, на самом деле может собственный порт вписать в любой, там, не знаю, 25731. Это как бы клиентский порт. Самое главное знать куда. А уже в самом пакете он себе запишет, на какой порт вписать в ответ. Понятно? То есть, чтобы возникло установление соединения. На самом деле тут хватает проблем. И еще, дописывание контрольной суммы к пакету хорошо, но нужно же еще и, собственно, запросить пакет, если он оказался сломан.
да? Дозапрос. Дозапрос утерянных, ну, по номерам не хватает. Первый, второй, четвертый, пятый, шестой. Да. Третьего нету долго. Ну, он. Эй, где третий? Дозапрос утерянных пакетов. Утерянных. И, ну, я назову это словом битых в кавычках. И битых пакетов. Именно здесь-то и будет произведено контроль целостности переданной информации. Вот. При этом в протоколе TCP-IP, вот, собственно, TCP занимается восстановлением битых пакетов, ну, в смысле, запросов еще раз битых пакетов. Там принцип посылки ок пакетов, то есть когда пришел пакет с правильной чек-суммой, то он отправляет ок. Отправитель, получатель отправляет короткое сообщение ок. Оно соответствует номеру, то есть такой-то номер ок. И если отправитель не увидел ок для какого-то из своих пакетов, то он посылает его второй раз. Да? Если он просто долго не видит что-то, что пришел ок пакет, то он думает, что потерялся пакет, тоже досылает его. Да? Если к тому пришел второй раз пакет, а он уже был, ну тот, не сомневаясь, отправляет повторный ок, думая, что потерялся обратный ок пакет. Ну, в общем, на самом деле протокол TCP транспорт является устаревшим уже. Существуют хорошие протоколы ему на замену, но учитывая, что он очень жестко вписан в интернет, он еще долго продержится. Как IP версии 4, которому уже давно пророчат смерть, и поскорее бы его уже закопать, потому что кончились IP-адреса, кончились по миру, кончились, не хватает их уже для этого устройства количества. Не рассчитывался он настолько, он уже лишнего проработал долго, но, к сожалению, отказаться от IP-версии 4 пока мир не может. Хотя уже IP-версии 6 прям вот стучится в дверь и уже готов, вот практически готов для реальной работы. Пакеты с IP-версии 6 прекрасно бегают потом. Так, ладно, разобрались с транспортом. А тем не менее, уже здесь, когда вы начали говорить о портах, да, вы осознаете, что мне необходимо установить соединение. Мне нужно здесь занять какой-то порт пользовательский. То есть я с этого компьютера открыл, собственно, SSH-консольку, да, я набрал здесь, собственно, SSH, тра-та-та, да, и у меня это конкретное приложение, вот конкретный запуск SSH, конкретно уже приложение работающее, да, с конкретными параметрами командной строки. Да, оно заняло вот этот как раз порт 27871 условно, да, и должно вот сюда постучаться и соединиться. Да, и поддерживать это соединение. Вот поддержка этого соединения занимается вышестоящий уровень, который называется сессионный уровень, и он контролирует, что мы открыли сессию, закрыли сессию. Соответственно, транспортный уровень, когда он дозапрашивал, и ничего хорошего не приводит, он говорит, ну, значит, соединение порвано, и отсылает наверх к сессионному уровню, что информацию, елки-палки, с вашей сессии кранты. Да, сессия оборвалась, соединение прервано. Да? Поэтому здесь, что, собственно, есть базовые вещи, это установление соединения, да, установление сессии, да, закрытие сессии связи и поддержание сессии. То есть даже если, например, вы, там, условно, по скайпу молчите молчком и видеосвязь выключена, да, то для того, чтобы та сторона не подумала, что соединение прервалось, да, сессионный уровень периодически пробегает маленькая сообщение, которая как бы ок-ок, да, связь есть. Да, как вот, в принципе, поддержание сессии. Да, то вот оба или даже там не то, что реально пробегать, и даже не обязательно, но оба компьютера помнят о том, что сессия есть. Они почувствуют, когда сессия оборвалась. Да, раз, и тут вдруг трубка повесила или связь оборвалась. Вот. Есть еще два уровня выше, мы с вами прошли. Раз, два, три, четыре, пять.
Я их полностью, по-моему, осмыслил, и вы поняли, что они нужны. Давайте закончим. Последние два уровня я произнесу. Над сессионным уровнем находится уровень представления, или представительский уровень. Уровень представления, или представительский. Представления уровень. Он занимается, первое, шифрованием. Второе, сжатие. Ну, правда, обычно наоборот, как раз. Вначале сжимают, а потом шифруют. Ну и, кроме этого, если информация, например, в какой-то операционной системе Enter это 10-13, а в другой просто 13, ну, какие-то есть тонкости смены представления формата, да, то есть нужно чуть-чуть подправить для данной операционной системы, то это происходит тоже на уровне представления. То есть некоторая может быть трансляция этой информации для того, чтобы вышележащее приложение этим нормально воспользовалось. И еще более высоко лежащий уровень, собственно, называется пользовательский уровень. Или уровень приложений. Пользовательский уровень, самый верхний. Вот. То, что, что он. Это пользовательский протокол. То есть сами приложения, взаимодействуя друг с другом, должны понимать друг друга. Операционная система не несет никакой ответственности за соблюдение пользовательского уровня. А уровень физический, уровень канальный организуется сетевой карточкой. Правда, начиная с канального уровня уже операционная система некоторые вопросы подхватывает. Да? Сетевой уровень, транспортный уровень, уровень представления обеспечиваются уже средствами операционной системы, а пользовательские, как пользователи пользуются, так и все. То есть операционная система должна приложениям дать возможность устанавливать соединения с сжатием, шифрованием, да, но как они будут взаимодействовать, это на их совести лежит. И здесь как раз возникает множество различных пользовательских протоколов. Вот этих самых, которые я уже писал. SSH, да, механизм, как взаимодействуют два приложения. SSH-сервер, SSH-клиент. HTTP, да, Hypertext Transfer Protocol. FTP, файл Transfer Protocol, да. И вот эти самые P2P, так называемые, это всего лишь пользовательские протоколы. И он не один. Этих пользовательских протоколов P2P вида на самом деле море. Море. И P2P как бы point to point, да, то есть как бы в который клиент-клиент соединение. Где они не совсем сервера. Каждый клиент, в принципе, выступает в роли сервера. Вот. Значит, есть там еще всякие XMPP, это для Google Talk, например, да, есть протокол. SMTP, я уже говорил, это между файловыми серверами, хотя каждая Linux-станция может быть сама себе почтовым сервером. Вот, а там какой-нибудь есть, ну давайте не буду, устаревший IMAP для скачивания, кто какими-нибудь почтовыми клиентами с серверами связывается и так далее. Даже возникло некоторое новый надуровень, поскольку очень много стало внутри браузерных приложений на JavaScript написано. Да, то есть вы сайт открываете, там на JavaScript, собственно, у вас на вашем компьютере проигрывается фактически приложение, оно без компиляции, транслируется на JavaScript в конце. И оно взаимодействует с сервером сквозь HTTP протокол, как бы над протокол, над HTTP. Поэтому можно сказать, вот, например, один из вариантов это JSON. JSON. А вот JSON это уже не совсем протокол, он близок к сетевому протоколу, собственно, протоколу пользовательскому, но это уже как бы NAT, да, он сквозь HTTP взаимодействует. Есть другой вариант, по-моему, называется SOAP, XML SOAP, другой вариант организации NAT HTTP. Вот. Все, на этом мы с вами на сегодня закончим. Я рассказывал сетевую модель семиуровневую оси и ISO. Ну, начинаю с самого низа. Спасибо. До свидания.